Ну, мой отец ушел в 41 году, в 44 году погиб. В 44 году. Я его не видел. Я вот ради отца, вот сейчас на Ладоге был, и сейчас с Ладоги прилетел сюда, чтобы здесь отдать, чтобы память им через него отдать всем. Вот, а вы ленинградец? Нет, Мытищи, Московская область. Мама осталась после отца с 4 детьми. И во время войны никто не умер. И дала всем образование. Представляете, какое время было и какая Советский мама была. Союз. Я понимаю, да. И какая мама была. Это женщины. Так что женщины – это наша опора и наше святое дело. Вы ленинградцы? Да, ленинградцы.